Он большой, он голубой, он супер-биньон. Блин, не, ну вы видите эту... Бля, ну что... Ёб твою мать. Блин, что с лицом? Реально, вот что с лицом, сук? Ой. Но вообще, по поводу миньона, ребят, ну, единственная моя эмоция, которая может быть, это вот эта эмоция. Я вытравлю тебя. С базукой, ни хера себе, это как StarCraft какой-то. Это реально просто какой-то StarCraft. О, помните этот мимас, короче, с этим, с Арнольдом, Арнольдом Шварценеггером? И базукой, ща найду. Короче, хороший юнит, реально. Ну, типа, ну, без херни, типа, ну, юнит реально крутой. Вот, типа, ну, прикольный. И это... Нарисован круто, и крутой он, и лицо у него такое, и мощное такое. Он смотрит, и ты такой, ааа, и он такой, и страшно, короче, и мощно он выглядит, конечно, брутально, авторитетно, сурово, вот так вот. Такой вот он супер миньон, да, знакомьтесь, встречайтесь, Clash of Clans, новый супер юнит за каких-нибудь 60 тысяч дарка. Все будем покупать его, все будем им атаковать, потому что этот вот чувак с базукой Арнольда Шварценеггера, он, да, мимо такого мужчины не пройти, даже если ты мальчик. Вот, серьезно, стоит задуматься теперь над тем, кто вам больше нравится. Ну, я имею в виду в плане каких-то, ну, личных чисто предпочтений в плане, ну, это, конечно же, юнитов Clash of Clans, неважно, там они мальчики или девочки, ну, в общем, как-то так. Вот так вот, супер миньон, встречаем. Да, чебурек, конечно, лютый, вот. Ну, неужели нельзя было? Ну, неужели у них ни один человек, который вот там, типа, смотрел на вот это вот говно, когда его кто-то нарисовал, неужели ни один человек в компании Supercell не сказал, что, типа, бля, вы ебанули щеки, ну, блядь. У него же челюсть, как у додика какого-то, как у дебила, блин. Нарисуйте нормальную ебучку ему. Ебучку-то нормальную нарисуйте чуваку. Неужели реально ни одного человека в Суперселе не нашлось, который бы посмотрел на это, ну, глазами адекватного человека и не сказал: ёбаный в рот, Саня, ты, блядь, чё нарисовал? Нарисуй нормально, блин, а это говно закинь куда-нибудь за стенку. Вот этим соседям нашим из Clash Royale, блин, и чтобы не видел никто. Никогда. Вот это вот говно. Нарисуй нормально. Блин, ну Саня не нарисовал нормально. Супер миньон. Добро пожаловать в игру. Вот так и живем. Это знаете, типа, есть такая тема. Ну вот сто пудов мемчики такие видели, типа, когда маленький ребенок нарисовал рисунок. Типа, ну, типичный маленький ребенок, типичный этот маленький рисунок нарисовал детский. И потом, типа, взрослый человек, который там какой-нибудь профессиональный художник, перекладывает то, что нарисовал маленький... бездарный кусок человека, ну потому что он маленький просто еще, очень ничего не умеет. Вот, типа в, ну, полноценный рисунок. И вот реально, вот это вот нарисовал какой-то ребенок, и просто художник потом это, типа, улучшил по качеству, и получился вот это. Ну ладно, неважно. Ну и, конечно же, вступайте в мою группу в ВК. Там много всего интересного, зайдете, сами увидите. Ссылочка, конечно же, в описании, да и так, в принципе, несложно найти. Граф Токсик. Let's go. I'm unstoppable. Do the impossible. I'm irresponsible. Yet I'm phenomenal. I got an arsenal. I'm dropping bombs.